У Муроме стартовал 4-й сезон школьной лиги КВН. Сегодня в ДК «Вербовский» состоялась полуфинальная игра. На сцене встретились 5 команд юных шутников. Заряд положительных эмоций получила и наша съемочная группа. Дорогой, это тебе. Ю-ху! Носки! Это еще не все. Вот. Самые веселые, активные, юные и позитивные. Одна из лучших традиций города связана с всесторонней поддержкой КВН-движения в Муроме. КВН-движение – это просто здорово. На самом деле КВН развивает очень много способностей, стремлений, креатива и вообще помогает молодым людям продвигаться к своим целям по жизни не только в разрезе юмора, но и во всех остальных сферах нашей жизни. Приветствие, разминка, музыкальный номер. Фристайл дает широкое поле для творчества. К полуфиналу готовились основательно. У каждой из школьных команд свой конек. Наша команда называется «Мужики». Несмотря на наше название, у нас есть 2 девочки. Мы настроились на победу, мы очень долго репетировали, старались. И у нас изюминка в том, что как раз есть 2 девочки. Мы на них делаем большие ставки. В остроте слова на сцене соревнуются 5 команд. Просто сборная школ. Сейчас что-то будет. Мивлгу. Мужики. Средняя школа номер 8. Не считая собаки. Еще одна сборная. И 5 с плюсом из 18-й школы. Этот сезон особен тем, что все 5 команд, которые начали сезон, они дойдут до финала. Только в сегодняшней полуфинальной игре они, в зависимости от того места, которое они займут, по итогам данной полуфинальной игры, получат гандикап, так называемый. То есть от 0,1 балла до 0,5 балла. И, соответственно, этот гандикап, с этим гандикапом они начнут финальную игру. В результате победителем полуфинала стала команда «Мужики» средней школы номер 8. Второе у сборной, не считая собаки. Третье заняла команда 5 с плюсом 18-й школы. Финальная игра состоится уже в апреле. Елена Петрова, Николай Молоденов. Новости Муром.